сверлим лодочки, смотрим, на дне лежат судаки, самые, вся прочая вот эта живность, вот эти непонятные раки. Хотя водоем довольно чистый. Нам сказали, что это вот рыба, отравили, в общем-то, конечный завод и прочие там какие-то сооружения, там, типа предприятия. Сейчас мы на кислород сходим. Здесь она начинает потихонечку, десяточка. Наверное, на 11 сломается. 11. Да, на 11 сломается. 11 градусов немецких. Жесткость получается. Ну, это можно миллиграмм эквивалента перевести, в принципе, все. Просто, ну, не очень жесткая вода, но мяко мало, то есть меньше 0,5. То есть пока, вот посмотрим, пока никаких вот загрязнителей, нитритов практически нет, аммиака практически нет, то есть по азоту все хорошо, по азоту ничего нет. Посмотрим, у нас осталось только вот железо и фосфаты. Фосфаты — это моющее средство у нас, если они есть, то они нам как бы дадут. Тоже явно немного. Все посмотрим, конечно. О, не, есть железо. Нормально. Здесь явно вот железо достаточно интенсивно окрашено. И железа здесь очень много. Это за пределами нашего теста. То есть больше 1,5 грамм на литр. Ну, по результатам экспресс-анализов тут пока что-то определенное сказать сложно, потому что, конечно, требуются дополнительные какие-то исследования. В целом, каких-то явных загрязнений не видно. То есть по азоту все более-менее хорошо. То есть уровень аммиака, аммония невысокий, нитритов немного, фосфатов, в принципе, тоже немного. То есть это явно не загрязнение большим количеством моющих каких-то средств. То есть какие-то сдвиги в отношении, так сказать, каких-то гидрохимических параметров воды, которые бы показывали на то, что присутствует соли тяжелых металлов большого количества, тоже, честно говоря, не обнаружили. Но мы не проводили этот анализ, более сложный, но можно по косвенным определенным признакам об этом судить. Но этих признаков тоже нет. Нельзя поручиться, что тут нет тяжелых металлов, но единственное, что очень высокий уровень соли железа. Вот соли железа действительно по ДК превышен СИП. Но соли железа, как сами по себе, они вызвать такое отравление крупной рыбы, взрослой, полувозрелых особей, они не могут. Железо, конечно, ну, может повлиять на ее локализацию на водоеме. То есть, скорее всего, рыба может уходить от концентрации солей железа, так сказать, в воде. Но соли железа, конечно, очень негативно влияют на личиночной стадии, на эмбриональное развитие рыбы. То есть происходит гибель личинки при выходе из икры или гибель личинок на определенных этапах развития. Погибает, ну, практически 100%. То есть, ну, вот при таком уровне, то успешное воспроизводство рыбы практически невозможно.